Здравствуйте, приветствую вас на канале Креселбург. Сегодня мы расскажем об автокресле от компании Коста. Модель называется КВН-303. Предназначено оно для детей от самого рождения и до 36 кг ростом до 140 см. Фиксация автокресла происходит как на систему EasyFix с дополнительным якорем, так и можно фиксировать на штатный ремень автомобиля. Соответственно, с рождения занимает лежачее положение и перевозится ребенок против хода движения. Но обратите внимание, к сожалению, положение здесь не полностью лежачее, да, то есть я бы рекомендовал его использовать с месяцев там 2-3, потому что очень сильный загиб. Либо что-то подкладывать под низ, чтобы положение было более комфортным. Удобная посадка и высадка, то есть повернули, усадили ребенка, раз его развернули, да, против хода движения. Когда ребенок присаживается, мы уже ставим кресло вперед лицом, фиксируем также якорь, да. Смотрите, поворот, он предназначен именно с рождения, то есть именно для удобной посадки и высадки. Когда мы ставим по ходу движения, фиксируем на EasyFix и фиксируем якорь, соответственно, оно у нас поворачиваться уже не будет. Но к тому времени поворотный механизм уже не нужен. Да? Имеет мягкие вкладыши. Вкладыши, кстати, очень мягкие, здесь такие прям тактильно очень приятные. Есть дополнительный также выравниватель, да, для ребенка более младшего возраста на будущее. Убирается, кресло становится глубже. Также убираются все вкладыши. И, кстати, замок достаточно удобный, то есть кнопка не сверху, да, вот он, наверное, посередине. Убираются вкладыши. Верхний вкладыш у нас также можно отстегнуть отдельно. То есть, когда мы их убираем, кресло становится у нас максимально широким. То есть именно для наших сибирских условий, так как у нас живем в Сибири, и без одежды, скажем так, нет возможности, да, перевозить ребенка, потому что сильные морозы, в принципе, ребенок здесь будет входить. Но опять же, если мы едем на дальнюю поездку, да, мы можем ставить вкладыш, раздеть ребенка и пристегнуть. Подголовник регулируется даже по мере роста. Запас ремней, в принципе, здесь неплохой. Ремни используются стандартно до 18 кг. После 18 мы их убираем и фиксируем ребенка как взрослого штатным ремнем. Съемный материал, в принципе, кресло достаточно мягкое. Я не скажу, да, что оно жесткое. Внутри наполнение у него присутствует. Опять же, есть дополнительная боковая защита. Скажем так, выражена она здесь не очень ярко, но все-таки она присутствует. В принципе, вариант за свои деньги очень даже неплохой. То есть соотношение цены и качества очень отличное. В разных расцветках данная модель бывает. Находимся мы в городе Красноярск. По городу у нас действует бесплатная доставка. По всей России отправляем любую удобную транспортную компанию.